Мы когда ехали, он тоже был. Помаши ручкой. Ну вот я в центре Казани. Сколько раз был в Казани, но в центре первый раз. Это у нас дворец земледельцев. Ну, сейчас будем гулять, будем что-нибудь снимать. Сейчас на набережную сходим, в кафешку зайдем, поедим. Ну и так далее, и тому подобное. Блин, прикольно вообще. Говорю, сколько был в Казани, надо на заметку брать. А то по городам так ездишь, действительно. А ничего не знаешь, спрашивают, где был, везде. Что видел? Ничего. Река Казанка. Я, конечно, гулянка гулянкой, но жажду надо где-то утолить срочно. Пить охота. Специально сколько, полдня, наверное, не пил, да? Ничего. Обделано чуть-чуть. Смотри, мост какой там прикольный. Хоть бы на японский. Надо бы встать. Это вот Казанский Кремль, да, получается? Пойдем прогуляемся. Тысячу раз в Казани бывал. Ну так вот, чтобы погулять. Всего день надо выделить. Вот даже вот Самару куда-нибудь, да, приехал, Пенза. Даже вечер, просто вечер выделяешь. Кстати, пишите за такой контент, если как вам зайдет, нет. Ну да, типа такого путешествия, что, ну вот по Самаре, например, да, вот так. Сутками, да, стоишь там, вот так прогулялся, рюкзачок взял, вам поснимал, что достопримечательности городов каких. Скоро ближется развод, потому что ездить вот без жены. Да, жена все говорит, нет, такой контент не пойдет. Только со мной, когда дети вырастут. Короче, лет через 20 тогда. 20? Да, это на перспективу. Они вместе с тобой будут ездить. О, потом. Путешествие по России, да? По городам России. К сожалению, у нас просто не столько денег, чтобы такой контент снимать. Ну, работа позволяет, что куда-нибудь. Ну, столько так. Снимешь как раз три ролика. Самара, Ульяновск, Тольятти. Не, ну потом дальше. Екатеринбург. Потом что? Саранску. Много городов. Димитровград тот же самый, что. Пишите в комментариях, кто из Казани. Да, всем казанским пацанам. Из Республики Татарстан даже. Всем привет. Вот, смотри, Елабуга опять можно. Вот даже в Татарстане, да? Город Елабуга, набережные Челны. Вот. Много городов куда?
Отсюда лучники так копьями, луками кидали, стреляли, кидали. Осада, если была. О, пошли. Эй, люди! А мы тут. Не знаю, можно тут ходить, нельзя. Ну, вроде нельзя, что, знаков не было никаких. Ай-яй-яй, кому-то. Зафиксировали. Чего ты? Скажи, ау! Ау! На башню можно подниматься, может, да? Каких годов эта стенка? Сережа спрашивает. Не раствор только, да? Что там? Погуляли по Казани. Время у нас почти 9. Что хочу сказать? Прикольно, прикольно. Не, все равно вот так вот. Надо такие себе передышки делать. В города приезжать. Гулять. Вот сейчас опять в центре сходили. Покушали, поели, отдохнули. Передохнули. Сейчас по ночной Казани чуть прогуляемся и в апартаменты. Ну это вот мы опять на смотровой площадке. То когда уже все потемнело, так говорится, ночная Казань. Мне вот это колесо обозрения прикалывает. Ну а так, что на сегодня, наверное, хватит. Все, сейчас, как говорил, уже едем в апартаменты. Завтра еще денек гуляем и выдвигаемся на загрузку в Ульяновск. И, наверное, еще по Ульяновску погуляем. Ну, не наверное, а постараемся погулять по Ульяновску, скорее всего. И до дома.
Хочу заснять пример. О, кстати, меня видно. У-у-у. Привет. Время 11 часов вечера. Трасса М7, объездная Казани. Какое движение. Ну это опять, сейчас что-то разъездились. То вообще движения не было, пока за камерой ходил, что-то движение началось. Но это опять пропадает, видите, движение. Правильно, по ночам надо спать. Так, номер чуть-чуть вам заснять, да? Ну, здесь у нас душ. Душ. Кровать. Вот такой двухместный номер, нормально. Вот все, дорога ожила. Пошли. Народ работать начал. Но больше всего меня здесь умывальник, конечно, прикалывает. Умывальник такой. Ну, а что вы понимали, вот рука, да, моя. Вот, когда умываться, вообще нереально. Ну, неудобно, реально, ну, неудобно, ну. Пылесос вот есть, волосы сушить. Вот такой вот. Обзорчик небольшой. Это мой второй день в Казани. Пришли на колокольню посмотреть. Сейчас будем наверх подниматься. Может, и не будем, я не знаю. Почему не будем? Ну, люди есть же. О, все. Бизнес не удался. Что-то пошло не так. А как раньше, интересно, поднимались, да? Деревянные, наверное, были. Ну и туда можно было раньше, да? Вот, вот, наверное, даже не деревянные. Ну, кирпичные, ну. Прикольненько, да? И еще подниматься выше. Да. Перекур можно устроить. Кого, автомат? Я думаю, краном подняли. Посидеть, отдохнуть можно. Еще далеко. Все, на башню подвинулись, прогулка кончена.
Здесь это надо. Я узнал, что у меня как этот братва поднимался, когда. О, колокольчик. Можешь позвонить? Она здесь, видишь, площадка сваренная, видишь все. Ну да. Вот мы поднимались туда наверх. И вот сверху вам снимали. Получается, мы даже до самого верха-то не поднялись. Вот смотровое гнездо вот это. И нам еще можно было подниматься выше намного там. Идем. Кто сказал, что в России хуже, чем в Европе? Да. Вот мы идем, вот они, за улицей. О, Катюша играет где-то. Так, до Аляски 7000? Да, до севера было 4. До Нью-Йорка сам далеко, да?